Сразу по ассоциации из Финляндии в Прибалтику, как-то читал я про Литву, что там... Меня обожали. Да, вас обожали. Ну, первый секретарь Снечко, да, Снет. Вот, да. Вы вот знаете, был этот вот человек? Я мог сидеть и репетировать, да. Я поворачиваю голову, он сидит в зале. Он театрал был вообще или нет? Или нет. Вот он просто фанател только от Вихтюка? Вот потому что русский театр был, может быть, рядом с его офисом, не как это, ЦК, да? Я не знаю. Я никогда его об этом не мог спросить. Но вот он сидел спокойно и всегда мне говорил: работайте, это счастье, следить, что происходит. Все. И он мне разрешил ставить все. Вот вы можете представить, он защищал меня так, как будто я его родное дитя. То, что нельзя было поставить здесь, я поставил там. Вампилова, первого в Союзе тогда, я поставил там. И так, как он это написал, с таким финалом трагическим. Ну, короче, и Валентина, Валентина Рощина, фантастическая пьеса, еще «Современник» не выпустил. Мы уже в Литве ее сыграли. Когда вы последний раз были в Литве? Я был давно, но я с ними связан, естественно, постоянно, потому что те, кто со мной работал, их уже нет. И поэтому каждый раз я должен говорить о них по телевидению, потому что это родные люди. Там труппа была замечательная. А почему все закончилось? Потому что я уже уехал дальше. Понимаете? Я года два не уезжал оттуда. Все считался, что я руковожу, и все. Но я уже ставил в МХАТе, я уже ставил в театре «Современник», не, в Моссовете. И это уже так увлекло, что они мне сказали «Снечку». Сказал: конечно, уезжай. Но приезжай. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».